Господу, братья и сестры, за то время, которое Господь еще нам дарует быть в служении, в этот день субботний, который Бог позволяет нам, еще дарует это время благоприятное. И мое желание сегодня вместе с вами порассуждать над Словом Божьим, это над книгой пророка Малахии. Это небольшая книга, несколько глав. То я начну с первой главы, и так периодически буду зачитывать стихи, и мы будем рассуждать над этим словом, что говорил Господь через пророка Малахию. И первый стих говорит так: «Пророческое слово к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову? Говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, и предал горе его опустошению, и владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Савов говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на которого Господь прогневался навсегда». И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. И в особенное ударение хочу поставить это на 6 стих с этой главы, где и проповедь моя будет иметь название с этого стиха. «Сын чтить отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священникам, священники, бесславящие имя мое». И тема моей проповеди – это «Где почтение ко мне?» Мне большой, с большой буквы. Братья и сестры, мы видим, что с этих кратких стихов, которых я прочитал нам, Господь хочет, чтобы мы имели благоговение перед Ним. Господь хочет, чтобы мы имели почтение к Нему. Как и здесь говорится, что где почтение ко мне? И как мы видим из этих стихов, где здесь говорится, обращается больше как бы к священникам, но оно сегодня касается, братья и сестры, всех нас напрямую. И мы видим здесь в первых стихах, где я прочитал о том, что Исава Бог возненавидел, а Иакова возлюбил. И казалось бы, ну что такого сделал Исав, да, что вот так Бог видел наперед, предузнал, предопределил. И Бог сказал, что Иакова я возлюбил и благословил, а Исава возненавидел. А за что Бог возненавидел Исава? Что такого сделал Исав? На первый взгляд кажется, ну ничего такого страшного. Ну подумаешь, да, он поменял свое первородство, о котором Иаков мечтал всю свою жизнь от рождения. В принципе, он никак не мог это поменять, потому что Иаков родился вторым. Он никак не мог иметь это, быть первородным. Но мы знаем, что Иаков желал этого благословения, потому что в этом первородстве кроется благословение Божие. Исав, наоборот, он этим пренебрег. Он поменял свое первородство на тарелку супа, так можно сказать сегодня, современным языком. Да, тогда был чечевичный суп, сегодня мы варим с риса, еще с других овощей, фруктов, продуктов. Но в чем суть всего этого? В этом первородстве кроется благословение. Вот то благословение, о котором мечтал Иаков от своего рождения. Да, многие говорят, ну он как-то хитростью, всякими такими путями обманул брата. Нет, он предложил, брат согласился. Как бы брат сам попросил вообще-то, дай мне что-нибудь поесть. И у Якова был шанс этим воспользоваться, но он к этому стремился. А Исав,
этого не оценил. И как сегодня много людей, которые не ценят тем даром, который Бог дарит сегодня. Он послал Сына Своего Единородного в этот мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И как много сегодня людей становится на этот путь, путь к ведущую жизнь, начинают следовать за нашим Господом, за Иисусом Христом, и потом как-то в своей жизни они теряют это, пропадает то желание служить Богу, или что уводит людей, отводит от спасения, от жизни вечной. И вы знаете, как-то вспоминается один случай, когда мы летели на таком небольшом самолете, и когда этот летчик, который был за штурвалом, он как-то загляделся, ну, я так поглядывал со стороны, он набрал маршрут и взялся читать газету. И он так зачитался, что не увидел, что самолет на 1 градус взял немного не по курсу. И вы знаете, вместо того, чтобы нам лететь было 20 минут, там небольшой самолет, то мы летели 40, потому что ему пришлось еще потом 20 минут возвращаться, потому что когда мы уже прилетели над морем, наш аэропорт был тоже на берегу моря, и думаешь так себе, стоит на 1 градус уклониться от истины Божией, и мы можем не прийти в ту уготованную обитель, которую приготовил нам наш Господь. И как важно сегодня, братья и сестры, то, что мы слышим, с самого утра сегодня проповеди были, братья, которые говорились о святости, где говорилось там о молитве. И также нам брат сегодня говорил о законе, какова же важность закона Божьего. И как важно сегодня благоговеть перед нашим Господом. Потому что благоговение – это очень важно, то, чего хочет Господь. И как много стихов мы сегодня слышали, когда Христос в благоговении перед Богом, перед Отцом нашим, склонялся на колени и молился перед нашим Богом. И как много у нас сегодня есть примеров, как люди, идущие впереди нас, которые служили также Господу, где описаны в книге Священного Писания те места, те примеры, которые оставлены для нас с вами. И все-таки я бы хотел еще обратиться дальше к этой главе, прочитать там еще другие стихи, которые, может быть, и нас затронут, и мы увидим в чем-то из себя, где мы не так еще поступаем перед нашим Богом. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Это 6 стих, продолжение в конце. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Братья и сестры, вот интересно, да? Как-то, что такое? Трапеза Господня, да? Не стоит уважения. Что такое трапеза? Это стол, такой публичный стол, может быть, где совершается молитва за это, где большое угощение, может быть, когда мы какие-то трапезы делаем, да, после чаши, после воспоминания. И вот из-за этого они, получается, начали как-то говорить, что это не стоит уважения, то, что вот это делается, да. И следующий стих, 8. Когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою? И благословно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф? И очень важно то, что мы делаем в жизни нашей. Потому что, как мы видим с этих примеров, с этой главы, когда священники, которые приносили вот эти жертвы, то они приносили из тех животных, которые предназначены были для жертвы. Но Бог хотел, чтобы они приносили здоровое, не хромое, не слепое. И как мы видим, что, конечно, им было как-то жалко здоровье давать. На что им было слепое, да, или хромое оставлять себе? А дадим, это и так для жертвы, да?
Вот может быть так же само, и вот наша жертвенность, наше то хождение перед Богом, оно может быть такое, немного хромое, или другими словами сказать, идя вслепую, многие люди, может, думают, ну, что такого я сделал, если бы только вот это был грех, да, то, что там иногда люди допускают себе. Много есть сегодня причин, по которым люди могут уклониться от Слова Господня, уклониться от закона Божьего, уклониться от истины, от того благоговения перед нашим Господом. И очень много есть поучительных стихов в этой книге Малахии, но мы видим, что отношение к служению это зеркальное отношение к Богу, потому что вот наше то отношение, как мы служим Богу нашему. И невозможно любить Господа и пренебрежительно относиться к Его Слову. Как я сегодня утром напоминал, что вот Бог превознес выше свое Слово от своего имени. Это в 137-м псалме говорится. И Бог через пророка Малахию обращается к священникам, а мы простые, как бы, казалось бы, ну, к нам это, возможно, не относится, да, к жертвам, ко всем этим обрядам, что было. Да, именно Бог дал вот этот обряд служения, и они должны были делать это в точности. И то же самое касается сегодня и нас с вами. Наше служение перед нашим Господом, оно должно быть в благоговении перед Богом нашим. И вы знаете, что в церкви нет людей без призвания. Каждому Бог дал какое-то служение в жизни, чтобы мы что-то делали, чтобы мы каким-то образом несли эту весть спасения окружающим нас людям. Потому что, конечно, мы понимаем, что не все могут быть служителями, не все могут быть теми же певцами, хористами, не все могут быть проповедниками, не все могут быть ашерами, не все могут все делать. Но кто-то должен что-то делать, и все, что мы делаем, мы должны делать с благоговением, как пред нашим Господом. И как есть написано, что все, что вы делаете, делайте как для Господа. Это не имеет значения то, что мы живем в этой плоти, и мы что-то делаем такой, ну, физический труд иногда, и думаем, сойдет это. Нет, вы знаете, вот когда мы что-то делаем в жизни нашей, любой труд мы должны делать с большим благоговением, особенно когда мы делаем что-то в Доме Божьем, в Доме молитвы, для служения, это для служения Богу. Вы знаете, вот именно здесь есть обличает Господь через пророка Малахию, обличает священников, что они делали вот это небрежно. Вот эта небрежность, она и уводит людей от спасения, от жизни вечной. И дальше еще бы хотел нам прочитать с 11 стиха. «Ибо от востока солнца и до запада велико будет имя между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему». Чистую жертву, велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф. И приносите украденное, хромое, больное и такого же свойства, приносите хлебный дар. «Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших?» Говорит Господь, «проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденную, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». Вот то, о чем я говорил, я подтверждаю еще раз Словом Божьим из мест Писаний, которые мы сегодня прочитываем из этой книги Малахии. И очень важно, вот это, братья и сестры, нам
брать во внимание то, что мы делаем, как мы служим нашему Богу, как мы ходим перед нашим Богом, хоть и в нашей повседневной жизни. И когда мы приходим в дом молитвы, сегодня очень важное слово было с утра сказано, в каком состоянии, с каким благоговением мы должны переходить при лице Господне, и как мы должны ходить и в повседневной жизни. И со второй главы даже бы хотел нам прочитать еще несколько стихов. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал ему для страха, его ему для страха». Вот этот завет мой с ним был завет жизни и мира, говорит Господь. «И он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятельствуете в делах закона. Не один ли у вас всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» Братья и сестры, сегодня очень много отступлений от завета Господня, от закона Божьего, от всего, что требует от нас Господь. Вот пришло то время отступления, и как мы читали в первой главе, что Господь сделал с потомками Исава. Я бы хотел повторить нам те стихи, они очень важны. Смотрите. С 4 стиха. «Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивую, народом, на которой Господь прогневался навсегда». Братья и сестры, очень печально слышать вот то, что произошло, и мы видим, что сегодня делается с этими народами, которые потомки Исава, как говорят исавовцы, их те страны опустели, земли опустошенные, засуха, не приносится никакой урожай, ни с каких плодов, ни с каких этих, потому что Господь прогневался. Там сплошные пустыни, сплошные степи, сплошные вот такие земли. Но когда-то Господь еще благодетельствовал им, когда-то давал еще время. Так же само и сегодня Бог хочет от нас, братья и сестры, чтобы мы что-то делали, пока еще Господь не прогневался. Потому что, как мы видим, Бог требует сегодня от священников, чтобы они делали все очень-очень благоговейно. Потому что если это будет делаться пренебрежительно, не так, как хочет этого Господь, то мы можем оказаться там, где оказался Исав и все его потомки. Но как важно нам с вами сегодня быть тем Иаковом, которого Бог назвал себя, что я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Не Исава, а Иакова. Потому что Иакова Бог возлюбил. И Бог нам поставил его пример, что Иаков очень любил Бога и очень жаждал благословения Господня. И сегодня, братья и сестры, очень важно нам с вами прочитывать вот эти книги малых пророков. Мне они очень как бы нравятся, я читаю, потому что я вижу, как много Господь говорит и обращается к своему народу именно через эти книги. Как много напоминаний, как много предупреждений. Да, у нас есть очень много времени вникать в это слово, но как мало
люди сегодня живут по этому слову, как мало поступают по этому слову. И как печально видеть и слышать то, что было в веках прежде нас, и это повторяется сегодня. Ну, думаешь, хорошо, они не имели этого слова, они как бы учились на своих ошибках. Но почему мы сегодня, в наше время, многие повторяют эти же ошибки, делают те же грехи? Вот смотрите, о чем дальше пишется с 11 стиха. Или даже нет, наверное, с 14-го. «Что вы скажете? За что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь, Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Савов. Посему наблюдайте за духом вашим, и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия?» Как много людей заблуждались в то время, и то же самое повторяют сегодня. Такое говорят на Бога, что Бог хорош, и все пред очами Господа, это нормально. Сколько проблем сегодня между людьми, сколько проблем между мужем и женой, в семьях, где нет мира, где нет уважения, где нет почтения. Как сегодня брат сказал очень такую интересную фразу, вот когда люди собираются ссориться, да, выяснять какие отношения, как он зачитывал, прежде всего совершает и молитвы, моления, прошения. Если бы люди вот стали и помолились вперед, да, то, возможно, не было бы этих ссор, этих проблем, этих разводов. И то, что было в веках, повторяется сегодня. Люди как поступали вероломно с женами своими. А Бог на все смотрит. Бог видит каждую семью, каждый дом. Для Него это ценно. И для Него это важно, потому что наши церкви, они состоят из хороших семей. И они состоят из правильных семей. И таким образом приходит благословение от Господа, как в семьи наши, наши домы, так и в церковь нашу. Когда семьи благословены и церковь благословена, нет разводов, нет проблем, нет никаких плохих отношений между друг другом. Все, если делается благоговейно перед нашим Господом, то и жизнь благословенная. И таким образом легко, как и в этой жизни, и легко по жизни идти, чтобы достигнуть жизни вечной. Братья и сестры, вот к чему нас призывает Писание и чего хочет от нас Господь. То мое желание еще прочитать нам несколько стихов, которые я выписал у себя, чтобы нам все-таки не затягивать время, но я бы хотел еще немного поделиться словом из этих глав. С 3 главы, с 1 стиха. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние, как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародею и прелюбодею, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших
Вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстия небесных, и не изолю ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженным называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Из 16 стиха. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга, и боящихся Господа и чтущих имя Его, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Видим, братья и сестры, вот такую разницу Бог поставил и сказал в слове своем, что вы увидите вот эту разницу между служащим Богу и неслужащим, между праведником и нечестивым. И как важно нам сегодня, братья и сестры, войти в число тех праведных и жить по слову, жить так, как хочет этого от нас Господь. Потому что наша жизнь – это как пар, являющийся на малое время, потом исчезающий. Вот так жизнь человека. И поэтому я бы хотел нас призвать к молитве, чтобы мы обратились к нашему Господу, чтобы Господь сегодня благословил еще нас, домы наши, наших детей, наши семьи, церковь нашу сохранил, защитил от всякого рода зла и помог нам выбирать из этого, как сказано, что вот извлекать из ничтожного, драгоценное. Вот то, что мы слышим сегодня, вот с этих слов, взять что-то драгоценное для себя, чтобы нам все-таки не зря топтать дворы дома сего, не зря вот так всю жизнь быть вроде и верующим, а в конце наших дней услышать: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Если такое слово написано, то давайте мы все-таки обратимся к нашему Господу. Если кто-то где-то чувствует за собой, что он был как-то не такой, как Господь сегодня хочет от нас, мы возьмем во внимание Слово Господне. И не то, что если братья отсюда говорят кому-то в укор или как-то кто-то кого-то хочет научить. Нет, мы все учимся из этого Слова. Я также для себя прочитываю вот эти книги. Когда готовишься к проповеди, я думаю, что и многие братья также поступают. И мы вот находим то слово, которое мы чувствуем, что оно важно сегодня, чтобы оно было сказано на этом месте. Потому что, видя то, что происходит в этом мире в последние дни, в последнее время, то невольно ужасаешься и думаешь, сколько еще? Наверное, немного осталось. Вот то, что делается в последнее время, мы уже, наверное, слышим, что это шаги нашего Господа приближаются за избранными своими. Ну, и для того, чтобы совершить суд на этой земле, то да поможет нам Господь, дорогие друзья, что мы вошли в число тех спасенных, тех праведных, тех благочестивых братьев и сестер, которые всю жизнь старались, служили Господу и отдавали жизнь свою на служение и ходили благоговейно перед нашим Господом. А Богу нашему да будет вечная слава. Аминь.